поиске истинной свободной дискуссии и просто полезное время вместе. Международная программа «Альфа-курс» с каждым днем увеличивает свои масштабы. Политики и журналисты, актеры и бизнесмены, студенты и пенсионеры. Более 24 миллионов людей уже узнали, что такое не просто приятное общение, но и познание самых главных жизненных и духовных вопросов. Сегодня «Альфа-курс» проходит в 170 странах мира. К этой практике общения и духовного обучения уже давно присоединились и еврейские общины по всему миру. Не исключение и современные евреи Украины. В городе Бердичеве, известном своей еврейской историей, также решили провести «Альфа-курс». Здесь, в теплой дружеской атмосфере, каждое воскресенье еврейская мессианская община собирается с молодежью, чтобы обсудить самое главное. У нас прямые темы, мы говорим о Боге, мы говорим о Иешуа. Тут немножко другое, возможно, время проведения, чем доступно им воскресный вечер в обычной жизни. То есть тут немножко другие ценности мы рассматриваем. Да, у нас есть что-то другое, о чем мы им хотим донести, но мы не какие-то иные люди с другой планеты. Изюминка «Альфа-курса» в том, что общий язык здесь могут найти люди с совершенно разными точками зрения. А его главное отличие от современных молодежных тусовок – в том, что здесь тебя обязательно выслушают, твое мнение будут уважать и ни в коем случае не осудят. Альфа-курс – идеальное место для тех, кто сделал первые шаги на пути к вере. Кроме того, здесь можно отлично повеселиться. Как и полагается, в еврейских традициях такие вечера не обходятся без хороводов, танцев и пения. Танцы, прославление, радость – это то, что даровал нам Бог. И когда мы вот так вместе собираемся, радуемся, танцуем, сам Господь приходит и наполняет наши сердца радостью, каким-то миром, таким шаломом. Уходит, может быть, какое-то давление, суета. И ну, люди смотрят на жизнь и на то, что происходит вокруг, совсем по-другому. Чтобы время встреч запомнилось максимально ярко, организаторы всегда проводят конкурсы, настольные игры, фаер-шоу и, конечно же, вкусно угощают. Настоящие искренние веселье не оставляют равнодушным даже самых скованных людей. Первый раз, когда мы практиковали это здесь, вышли танцевать все. Не было зрителей, то есть все стали участниками этого. И было радостно не то, что людям, но даже мы переживали какую-то такую особую радость от Господа. Люди приходят постоянно новые, то есть люди приходят, им нравится, приводят своих друзей, мы постоянно знакомимся с новыми людьми, вот в этом как бы и особенность. И таки да, многие сюда попали именно по приглашению от друзей, которые уже испытали на себе всю радость от Альфа-курса. Максим, ты впервые здесь или нет? Второй раз. Второй. А почему ты сюда пришел и как ты вообще узнал об Альфа-курсе? Меня пригласили первый раз, я сюда пришел. Меня приняли очень хорошо, дружески. Мне здесь нравится, здесь можно пообщаться, приобрести много друзей. Меня позвала сюда мой друг Вика. Она мне рассказала, попросила прийти. Ну, я попросила, пригласила, я пришел. Окей, ты уже здесь в третий раз? В третий раз, да. Мне нравятся темы обсуждения. Там, они разные, интересные, познавательные. Очень сильно затрагивает юные сердца тема о Иешуа. На Альфа-курсе это всегда главная тема обсуждения. Была затронута тема, ну, про Иешуа и видео это, и все очень так духовно. Больше всего радует то, что дружба и веселье за пределами Альфа-курса не заканчивается. Ведь это все не показуха или одноразовые встречи, а курс на длительную и плодотворную дружбу.